Всем привет! Вы на канале Мади. Сегодня у нас гениально простой и божественно вкусный рецепт, который я так и назвала «Ножки ангела». Нам понадобится противень, пакеты для запекания, голени куриные, у нас в упаковке было 9 штук. Я их замариновала. На 2 столовые ложки майонеза провансаль добавила 3 зубочка чеснока, 1 чайную ложку соли. Тщательно обмазала маринадом голени, накрыла чашку крышкой и оставила на холодном подоконнике на 5 часов. Выкладываю голени в пакет в один слой. Остатки маринада из чашки наношу сверху. При помощи клипсы плотно закрываю пакет и делаю несколько проколов острой шпажкой на пакете сверху, чтобы выходил пар и пакет не лопнул. Разогреваю духовку на 180 градусов Цельсия и отправляю противень на 1 час. И со спокойной совестью иду отдыхать. По истечении времени достаю противень из духовки. Аккуратно срезаю ножницами пакет сверху, чтобы сок оставался в пакете и противень остался чистым. Посмотрите, какая прелесть! Нежнейшая курочка в собственном соку. Она отлично приготовилась. Мясо само отстает от косточек. Мягкая шкурка, она самая вкусная, так как она больше всего впитала маринад. Подавать куриные ножки я буду с отварным рисом. Его можно полить соком, который образовался в процессе запекания. Вообще, чеснок и майонез – это классика, и, по моему мнению, это самый беспроигрышный и вкусный маринад для курицы. А вы как считаете? Какой маринад используете чаще? Друзья мои, это безумно вкусно! Обязательно приготовьте у себя на кухне. Я обещаю, вам понравится! Могу лишь в дополнение дать один совет – готовьте побольше, потому что добавки попросят все. Ставьте лайк, ведь вам совсем не сложно, а мне будет приятно. Спасибо за внимание! Мира и добра вашему дому. До новых встреч. Пока-пока.